Как зарегистрировать ученика на участие в Олимпиаде? Уважаемые тренеры и родители, перед регистрацией участника просим вас ознакомиться со всеми условиями Олимпиады, нажав на кнопку «Узнать больше». После этого переходим на заполнение регистрационной формы. Хотим отметить, что данная форма предназначена лишь для тех учеников, которые не работают на портале IQ. Для тех, кто работает на нашем портале, записано другое видео. Вводим наше имя. Дату рождения, например, 14 сентября 2004 года. И лишь после ввода даты рождения открываются доступные категории. Выбираем категорию «Помощь друга». Вводим электронный адрес, номер. Область Ростовская, например, филиал, имя, фамилия учителя, номер телефона учителя. Подбираем логин и пароль. Повторяем пароль и нажимаем на кнопку регистрации. Открывается такое окно, где вводим наш логин и пароль. Нажимаем на «Оплатить». Открывается окно, где мы вводим наши карточные данные и подтверждаем действие. Хотим отметить также, что сумма оплаты указана в армянских драмах, которые автоматически конвертируются в российские рубли. Желаем всем победы!